Победа! Нам выпал газ, наверное. У нас на фоне Вравлика и... Ура! Победа! Ура! О, газ. Описание, кому надо, тому надо, но вы его не увидите, скорее всего. Вы уже видите. Ну ладно, жмем. Он нам выпал из третьего ящика. Это что, биг бокс был? Ну, я сразу говорю. Не собираю. Кстати, какая-то новая акция появилась. Что это такое? Наверняка новое что-то для Гасы. Ну да, теперь за 39... Как думаете, не покупать за 39 гемов эпический значок на Гасу? Вот это акции! 360 гемов, новый значок на Гас. Короче, тут гемы и Гас. Еще тут только что добавили спрей. И вот какая-то акция на Тару, она вроде и была. Ну тут скины в основном. Ну ладно, не будем вас задерживать. Мы еще решим насчет покупки эпика пена на Гаса. А пока сами возьмем этого Гаса и будем его испытывать. Вообще, ого, у меня на него... Сразу говорю, у меня на него 4 этого квеста. Сразу беру Гаса. Будем его апать. Пока посмотрим вообще, что тут. Ага, вот. Вот посмотрите на эти квесты. Я еще этот не выполнил, но... Вот газ, короче. Вот квесты... Не такие уж и трудные. Вот я пока выбивал газ, а вот на грифа квест выполнял. Ну ладно. А у робота я пока поменяю себе. Потом поставлю фиолетового робота. Где газ? Вот как ни странно, но почему-то газ в эпиках. Ну ладно. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.